Депутат Государственной Думы Лидия Антонова встретилась с жителями Малаховки. Вопросы, которые прозвучали на личном приеме, коснулись содержания территории торговых объектов и обустройства парковочных мест. Жительница пожаловалась на мусор, который постоянно скапливается у сетевого магазина на углу Театрального проезда и Южной улицы. Для решения этой проблемы организуют рабочую группу из 10 человек. В нее войдут сотрудники администрации и активные жители поселка. В течение 2 недель они будут выезжать на различные торговые точки и фиксировать все нарушения. Вот к 15 декабря пришли эти предложения со сроками, как какие объекты выполняются, по каким срокам. Если будет проблема с крупными сетевыми, что они на нас не реагируют, значит, мы будем выходить на Минторговлю области. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.